чтобы меня найти. Ты точно сделала это ради Кадгара? Или убивать просто твоя натура? Тебя уже ждут. Первая постройка слева. А, приветствую. Вершитель Низрак или Визирь к твоим услугам. Весьма обольщен твоим визитом. А вот и ты. Прекрасно. Прости за все эти тайны. Нельзя допустить, чтобы нас выследили. Вершитель Низрак — доверенное лицо королевы Ансурек. Точнее, она так думает. Может, у нас мало времени. Эти феромоны позволят тебе попасть на базар. Нанеси их. Да, с Ксалатат надо что-то делать. Но королева она не управляет. Ансурек сделала осознанно. Прочь от него, тварь! Сейчас же! Успокойся! Опусти лук! Он наш союзник. Союзник? Из-за таких тварей пал Долоран. Алерия, мы можем прекратить эту войну. Только не стреляй. Ладно. Надеюсь, у тебя на это есть веские причины. Узнай, каковы нерубы на самом деле. Ты удивишься. Потом встретимся снова. Ладно, Андуин. Говори. Не знаю, поймешь ты или нет. Но тогда... Там, на корабле... Кажется, в глубине души я ждал, что если пойду на жертву, меня снова озарит свет. Что, если я поступлю, как тогда, отец? Но свет не пришел. Вместо этого я оказался здесь. Его поступок так меня впечатлил, что я не мог не повлиять на его транспортировку. Фэрин говорила, что мне надо взглянуть на все по-новому. Наверное, она была права. Пусть свет и не вернулся ко мне, зато это я делаю лучше всего. Якшаешься с монстрами? Помогаю другим. Я не дам Ксалатат загубить их цивилизацию, какой бы чудовищной она ни была. И ты все равно недостоин света. Я не доверяю этим нерубам, но верю тебе. Этого достаточно. Вознесение. Высшая награда за преданность. Совершенная форма развития. Совершенная? Разве вознесенные похожи на настоящих нерубов? Голос королевы не утихнет! Корабли двуногих фанатиков атаковали наши границы. Пусть они вкусят яд Аскахета! Королева Неферес отважно защищала нас от любой угрозы. А что может Ансурек? Мы уничтожим захватчиков с поверхности, чего бы нам это ни стоило! Правда ли, что древних больше нет? Или же это агенты бездны продолжают иссушать наши умы? Мы здесь, чтобы проследить за Ансурек. Не более того. Мы увидели достаточно. Я даю вам клятву, что с новой силой наше королевство возродится! Я чувствую, что бездна одурманила ее. Теперь она принадлежит к Ксалатат. Откуда ты знаешь? Алерия, пора идти. Может быть, ты прав. Стой! Она здесь. Что? Ксалатат. Нет! За Кадгара. Хе-хе-хе-хе.
Спасайте королеву! Идем, скорей! Остановите чужаков! И тут я тильтанул и понял, что захотелось чего-то сочного, вкусного и яркого. Как кстати, что топы продаж снова в наличии у имбы, со скидками до 37%. Имба — это крафтовый энергетический напиток с премиум составом, удобным форматом и оригинальным аниме-дизайном, ставшим первым в РФ и СНГ. Имба представляет новый уровень качества в мире энергетических напитков. Содержание натуральных компонентов и ароматизаторов превышает содержание в баночных энергетиках в 5-8 раз. В составе используются только высококачественные ароматизаторы из Германии, а вкус приближен к натуральному свежевыжатому соку. Коллекция имбы насчитывает более 30 вкусов, и большая часть представлена в двух форматах. 18 порций — это 6,3 литра энергетика, и 40 порций — целых 12 литров напитка. Закупился и не переживаешь, что энергетик внезапно закончится. Рекомендую попробовать вкус клубника-карамель. Микс из сочной спелой клубники с карамелью, который не оставит равнодушным любителей сладких сочетаний. Яблочная жвачка сочетает в себе освежающий вкус кислого яблока и сладости всем любимой жвачки. Этот вкус входит в топ-5 по продажам, и его осталось очень мало. Рекомендую поспешить. А Melon Punch я успел приобрести со скидкой 37%. Как кстати, что прямо сейчас на сайте имбы вас ждут выгодные предложения на несколько топовых вкусов. Предложения продлятся только 1-2 дня, поэтому стоит поторопиться. Так что не теряй время зря, заходи на сайт и хватай свои любимые вкусы и топовые новинки по самой большой скидке. Ссылка в описании. В конце пути нас ждут летуны. Их оставил визирь. Они перекрывают весь город. Нам придется пробиваться. Твари с поверхности! Они покушались на саму королеву! Алерия, что это было? Ты сама не своя. Я должна была попытаться. Это был шанс отомстить за Долоран. За Кадгара. Я сам вас убью. Когда явится клык, останутся лишь трупы. Но... Идем через паутину. Вперед. Я не жду, что ты меня поймешь. Давай... Нет, назад! Герой, проберись к их командиру и убей его. Нам надо сдержать рой. Мои рейвики! Верните! Наконец-то! Теперь точно не промахнусь. Ко мне! Защищайте меня! Алерия, ты ведь не сдашься? Той силе помочь себе можешь лишь ты сам. Ты знаешь себя лучше, чем кто-либо. Но я рядом. И готов выслушать. Что это? Отведайте моего яда, жалкие твари! Мое место! Что теперь? Летуны мертвы! Прыгаем! Ты что? Ладно, прыгаем так прыгаем. Знаю тебя, ветрокрылая. Вечно одна. Отвергаешь всех вокруг, преследуя цель. Совсем как чудовище, которым ты отказываешься быть. Чудовище здесь ты! Неужели ты убила сотни, чтобы меня найти? Ты точно сделала это ради Кадгара? Или убивать просто твоя натура? Ну же, Алерия, прими настоящую себя. Алерия. 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 Я знаю, кто я. Ha 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 ha!
Мы живы. Промокли, но живы. Плывем к берегу. Теперь мы точно потревожили паучье гнездо. Скоро Ксалатат нанесет ответный удар. Алерия, что это было? Она позвала меня во тьму. Сказала, я наполовину в ней увязла. Должна признаться, она отчасти права. Приняв силу бездны в погоне за Ксалатат, я отвергла всех, кто мне дорог. Тебя, Верису, Турелиона, Аратора, Кадгара. Даларан пал не из-за тебя. Но я жалею, что ничего не смогла сделать. Вдруг бездна могла предупредить, что Ксалатат рядом. Прости, я понимаю тебя. Хорошо понимаю. Очень долго я считала, что должна выбрать путь. Остаться с любимыми или отправиться в бездну. Ксалатат хотела навязать мне этот выбор. Но теперь я знаю, что путь у меня только один. Бездна — часть меня, как и любовь к семье. Я могу и должна пройти оба пути. А Ксалатат может шептать мне что угодно. Найти дорогу во тьме бывает непросто. Не забывай, Алерия. Мы всегда готовы помочь.